День воскресный, день чудесный. А прямо сейчас мы с вами находимся в очень интересном месте. Ну покажи, пожалуйста, видите вот эти башни? Вполне возможно, вы их наблюдали, когда проезжали по МКАДу. Потому что буквально вот за этими кустами все, МКАД. И там уже Московская область. А если мы с вами поменяемся местами, то здесь уже начинается Москва. Вот она, вторичечка Бирюлёва. И казалось бы, вот так вот мы перелазим через забор, и мы с вами уже москвичи. И вот здесь, в одном из домов, семья из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей покупает квартиру в феврале этого года. 4-комнатная квартира, 63 квадратных метра по цене 11,5 миллионов рублей. Но при этом изюминка выпуска заключается в том, что они сбежали, в кавычках, из новостройки возле МКАДа. Те самые новостройки, которые мы недавно с вами показывали, когда все красиво, все новое, люди другие, но утром на работу, детские сады, школы, вот до сюда поддавливает людей. И они просто-напросто переезжают. Сегодняшний выпуск – это некое продолжение того, что мы снимали вот буквально в конце июля. Бирюлёва. Жить в старых советских домах. Да отсюда люди бегут. Лучше уж новостроечка у МКАДа. До метро рукой подать. Но почему люди оттуда бегут? Вот на это я хочу сегодня сделать акцент, а вас лишь прошу послушать человека, прочувствовать все то, что он расскажет, а вот уже в конце сделать выводы в виде вашего комментария. Напоминаю, что если вдруг вас притормаживает YouTube, выпуски выходят на Рутубе, ВК, Дзене. Ссылочки все в описании в первом закрепленном комментарии. Подписывайтесь. Ну а мы начинаем со знакомства с героиней этого выпуска. Есть? Знакомьтесь, роскошная девушка Регина. Регин, привет. Добрый день. Вот смотри, кратенькая предыстория. Сегодня у нас будет, в принципе, полезный и интересный ролик. Пусть люди выскажут свое мнение в комментариях, где лучше, на вторичке или все-таки на первичке. А у тебя же есть целый опыт у твоей семьи. Да. Вот расскажи нам, пожалуйста, кратенько, где ты родилась, когда ты там женилась и когда вы с мужем переезжаете в новостроечку. И что это за новостроечка, где вы купили жилье? Ну, родилась я в Москве, всю жизнь прожила в Москве, вышла замуж и по воле судьбы мы переехали в Подмосковье. ЖК находится в 3 километрах от МКАДа, поэтому казалось, что, в принципе, все достаточно близко и очень красиво. Новая ЖК, новострой, Алексеевская роща, монолитный дом, большая двухкомнатная квартира. На тот момент нам казалось, что все будет чудесно. Пожив какое-то время, поняли, что не все оказалось так чудесно. Ранние подъемы на работу, то есть на работу. Ну, давай, давай так. До этого мы дойдем, потому что вот эту вот атмосферу жизни я постараюсь из тебя вытянуть, чтобы ты смогла передать. В каком году вы там покупаете квартиру? Так, купили мы в 2014, переехали в 2016. Ремонт, пока дождались, пока сделают. Пока ключи дадут. Почем двушечку забрали там? На те времена? Около 4 что-то было. Около 4. Да. И покупали вы квартиру там, а не в Москве, потому что что? Потому что это был единственный доступный для нас вариант покупки своего собственного жилья. В интернете поговаривают фразы, гуляют, народ голосует рублем. Да, конечно. Вот, и вы выбрали для себя, потому что вполне возможно, и, скорее всего, вы бы очень сильно хотели купить квартиру в Москве. Это не обсуждается. Конечно, мы бы хотели, но располагали из того, что имели. Смотри, вам застройщик на тот момент что говорил? То, что возле дома будешь, будет детский сад, вон там у тебя будет школа, вот здесь у тебя будет то, вот здесь у тебя будет это. Конечно, у нас должен был быть скоростной трамвай до метро, у нас должен был быть медицинский центр европейского уровня около дома со своей личной базой скорой помощи, у нас должны были быть лицей, началка плюс среднее образование, да, ну, то есть средние классы, плюс, естественно, 5 детских муниципальных садов. 5 аж. 5. А, ну, 5 садов-то было, но, естественно, из них муниципальный был один, куда была огромная очередь. Короче, все то, что обещали, люди на это идут, а на деле потом все становится иначе. Знакомая история? Друзья, вот просто копировать, вставить абсолютно везде. Куда ты не приедешь, в любой жилой комплекс, вечно людям обещают одно. Классика. Вы живете, у вас рождаются дети, растете, все здорово, но тебе надо ездить на работу. Где у тебя находится офис? Да, где вот это территориально, чтобы мы могли показать на карте? Кутузовская. Ох, как интересно. Да. Кутузовская. И вот, смотри, рабочий день сколько у тебя начинается?
8.30. 8.30 утра. На тот утра. Момент начинался 8.30, да. Как интересно. Просто, знаешь, сразу 8.30, час пик самый такой, и нужно все вот эти пробки преодолеть. Ну, до того, как попасть в пробку, еще нужно отстоять в очереди около 40 минут, чтобы попасть хотя бы на маршрутку, чтобы сесть до, и доехать до пробки. Счастливый человек ты, Регина, счастливый ты человек. Самое интересное то, что у нас такой довольно-таки позитивный выпуск должен получиться, потому что Регину надоумил на этот выпуск ее муж. Муж говорит, мне вот пока что нельзя просто сниматься, пусть жена все расскажет. И муж стоит за кадром, и ему очень весело слушать, как это все происходило, вспоминать. Ну давай, смотри, понедельник, ты просыпаешься во сколько? В 5.10. В 5.10 ты встаешь. Да. И что тебе нужно было сделать? У вас же дети уже в школу тогда ходить начинали? Ну, конечно. Во-первых, привести себя в порядок, подготовить детям завтрак, собрать как-то их в школу, выйти из дома. Во сколько? Выходила я примерно в 6.10, 6.15. Это летом. Ага. Зимой мы выходили где-то в 5.50. Чего? Чтобы отстоять в очереди на маршрут. Вы просто вот это вот сейчас, пожалуйста, отмотайте назад и еще раз послушайте. В 5.10 ты встаешь, и зимой в 5.50 ты выходишь из дома с детьми. Нет, дети остаются им пешком до школы. Но детей мы... кто? Они сами ходили сами. Уже? А, ну уже, но короче, к этому моменту дети подрастают. Ну, тут уже без вариантов, конечно. Или я опоздаю на работу, или они сами идут до школы. И ты в 5.50 выходишь просто, вот этот холод, собачий темень. Конечно. И ты вот так вот, да, идешь на остановку. До остановки сколько идти? До остановки недолго, минуты 2-3, наверное. Но ты стоишь в очереди для того, чтобы либо сесть на маршрутку, либо встать в маршрутке. Две очереди. Все. Как в «Пригород Лесной», я помню, мы такое снимали, там похожая история. 2-3 минуты ты доходишь, стоишь в очереди. Угу. Сколько в среднем занимает постоять в очереди? Ну, зимой порядка 30-40 минут. Вот 30-40 минут, и вас огромное количество людей, жителей подобных жилых комплексов, да. Вот где ты жила поблизости. Таким образом, ты примерно в 6.30 плюс-минус садишься в маршрутку. Да. Вот такая просто околевшая. Не садишься, встаешь. Да. А, погреться как раз, да? Ты встаешь, ну реально замерзаешь, правильно? Ну, конечно, холод-то пока собачий. Ты встаешь, да. Так, встали в маршрутку, платим сколько, 50 рублей? 75. 75. И поехали. Да, поехали. И мы едем до ближайшей станции метро. Щелковская. Вот, то есть мы выезжаем, едем до станции Щелковской. Сколько по времени? Ну, минут 40-50. Это как бы при хорошем раскладе. При хорошем раскладе. А при плохом? Ну, зимой, конечно. А при плохом это будет... Ну, при плохом это могло доходить до 2.5 часов, в зависимости от состояния на дороге. Ну, то есть, как бы тут все по-разному. Короче, возьмем среднее, давай так, часик. Да, в среднем часик. И ты, короче, в 7.30 уже в метро спускаешься. Да. Спустилась ты в метро, оплачиваем, поехали на работу. До станции следующей сколько тебе было ехать еще? Ну, то есть до моей станции без пересадок 35 минут, поэтому в этом плане у меня все было четко. Угу. 8.05 ты выходишь. Да. От метро до работы пешком сколько минут идти? Минут 10. 10 минут, ты заходишь, пока разделась, повесила да. вещи, вот ты 8.20 на рабочем месте. Да. 10 минут у тебя включить компьютер и поехали. Да. Но тут надо отдать должное моему руководству, для того, чтобы я каким-то образом избегала вот этой пробки огромной, я выходила еще раньше и приезжала на работу. Я приезжала на работу где-то без 15.08 к 8. Ну, тем самым я как-то избегала хотя бы... А должно это то, что они тебе разрешали прийти раньше, что тебе не нужно было бы стоять, типа, ждать, пока еще офис откроется, да? Тебе, ну, разрешали раньше прийти или в чем должно? Нет, я таким образом как-то могла сократить время провождения в очереди на маршрутку. Потому что чем раньше ты выходишь, тем меньше очередь. Соответственно, и чуть пораньше я уходила с работы, чтобы также избежать времени в очереди вечером. Потому что вечером, когда ты едешь с работы к себе в район от метро, ты также стоишь в очереди. У тебя нет выбора, ты не можешь ни на такси, ни на автобусе, никуда, потому что ты все равно будешь ехать в этой пробке. Ну, то есть тут без вариантов, ты стоишь в очереди, и, ну да, так. Короче, примерно 2.5 часа утром на работу туда, угу. И примерно 2.5 часа обратно, правильно? Ну, 5 часов. Да.
Это если, как говорится, все по зеленой. Если вдруг где-то какие-то большие пробки, то, соответственно, время увеличивается. Да, время и увеличивается. И вот так 5 дней в неделю. Да. Ну вот сколько ты так проездил на работу? Год, два, три, пять? 6. 6 лет. Угу. Ну, были какие-то моменты, когда ты едешь, например, в маршрутке, ты такая... Конечно. Все, я не могу. Начинаешь бить по стеклу, как бы остановите, я не могу, все. Ну, тут вот примерно такое. Я девочка, да, у меня, наверное, такая внутренняя истерика случалась, и плакать хочется, и злишься, и ругаешься про себя, потому что тут без вариантов ты ничего сделать не можешь. Но стоишь, а куда ты денешься? Тут ты понимаешь, что на данный момент ты живешь там и должна вот через это все проходить. Ну, были хоть такие теплые мысли? Знаешь, ты сидишь в маршрутке второй час, и у тебя такое, ну, зато у нас двушка в новом доме, а не ваша проперданная вторичка в пятиэтажке, к примеру. Нет, наверное, я все-таки... пыталась найти выгоду из этих очередей. Я прочитала огромное количество книг, литературы. Вот. Но да, конечно, плюсы того, что у тебя свое жилье, они огромные. Ты никому не привязан, ни под кого не подстраиваешься, но все-таки это очень тяжело. Очень тяжело. А муж на работу на машине ездит? У мужа другой график, он не ездит 5-2, он ездит в свои определенные... Ну, когда ему надо на работу, он на машине или он тоже вот на всем этом проходит? Ну, либо маршрутка, да, либо мотоцикл, что, в принципе, mm-hmm. было проще. Короче, летом муж кайфовал. Да. Понятно, так и запишем, так и запишем. Смотри, а дети? Детям надо ходить в школу. Вот они выходят, им как до школы вообще в целом? До школы минут 5. До школы, в принципе, все нормально, но большой минус той школы, во-первых, туда сложно было попасть, во-вторых, там нет 10-11 класса. Вот, и это как раз послужило отчасти... таким мощным основанием, конечно, для переезда. Конечно, у меня девочка старшая, и я не желаю ей того же, что и себе, стоять в очереди, чтобы ездить в московскую школу там к первому уроку. Нет, это не вариант. Слушай, ты на самом деле большая молодец, то, что ты вот это вот рассказываешь с позитивом, но я рад, что для тебя это закончилось, как минимум. Ну, то, что эти 6 лет для тебя, это просто, ребят, это реально жесть. И давай так, вот здесь прям подведем такой последний итог и пойдем к вам в гости. Пойдем. Что послужило просто финальным решением переезда, что вы продаете квартиру там и покупаете вторичку на окраине Москвы? Вот что это было? Вот можешь точка объяснить? Кипения, невозврата. Я устала невероятно. Все, мне настолько надоело и больше терпеть я не могла. Ну как это было? Ты приходишь домой вот с этой сумкой с продуктами, просто вот так вот берешь ее, в стену бьешь, муж такой, ни хрена себе, что начинается. Дети встают, и ты говоришь, короче, я сейчас фотографирую квартиру, выставляю ее на продажу, и мы просто отсюда валим. Куда угодно, в Москву, но мы отсюда валим. Или как? Нет, тут у меня моя близкая подруга, риэлтор. Как ее зовут? Екатерина. Екатерина, добрый день. Риэлтор от Бога, поэтому... Вы проходите, вы нам не мешаете. Скажем так, нашли... Друг друга? Друг друга, да. И нашли вам квартиру, да? И нашли квартиру, которую мы приехали посмотреть. Муж ужаснулся и вышел, сказал, нет, я тут жить не буду. А вот здесь, пожалуй, я тебя прерву, потому что это была квартира вторичка, 63 квадрата, 4 комнаты, но, понятное дело, ремонт там делался в тот день, когда дом был сдан. Да, скорее всего, так и было. В году в 60-м. 77-й, по-моему. Мам, ну отодрали линолеум, сняли обои, разобрали мебель. Таким образом, ребята покупают квартиру в феврале 2024 года, 63 квадратных метра за 11 500 000 рублей. Покупают они квартиру в ипотеку. Про расчеты и ставку мы поговорим дальше. Но вот на кадрах уже картина, когда они начинали делать ремонт. Понятно, что они не заехали и начали жить. Они сначала все сломали, сделали под себя. Перепланировки они в квартире не делали. И, собственно, давайте посмотрим, что у них получилось. Заходите, пожалуйста. Год постройки дома я вам вывожу на экран. Ну вот, ты возвращаешься домой. И вот оно, советское жилье. Пандус, подтянуть коляску. Но, друзья, не забывайте, что каждый из нас творец своего счастья. Когда у человека маленькие дети, в садик нужен, это одна история. У тебя уже дети взрослые. Да. И, соответственно, вы
Зашли, это меня уже не касается. Домой поднялись, да. И дома главное уют. А что в подъезде? Ну, в подъезде, я так же, даже больше скажу, он у вас вполне чистый. Да, он старенький, но глядя на подъезд, согласитесь, нормальный, да, чистый подъезд. Да, в общем-то, да. Один минус, мне кажется, что, знаешь, что не хватает вам это, второго лифта грузового, побольше, да, чтобы было больше места. Да, с грузовым было бы лучше. Потому что это прям совсем маленький. Ну и мы с вами заходим в гости. Давайте вам для справочки. Вот почувствуйте разницу, пожалуйста. Раньше люди проживали в новом доме, двухкомнатная квартира, порядка 60 квадратных метров. Двое детей разнополых. У них одна общая комната. У папы с мамой гостиная, где у них расположена также кровать. Ну, вы понимаете. А здесь 63 квадрата, четырехкомнатная квартира. Площадь не совсем большая для четырех комнат, но тем не менее, посмотрите, как люди сделали. 3 миллиона рублей ушло на ремонт. Осталось из старого, это вот, например, стиральная машинка, сушильная машинка, ну, наоборот, шкафы, ну, примерно такая история. Все остальное в подавляющем большинстве новье. 3 миллиона рублей. Таким образом, 14 500 трешка в Москве, Бирюлево, смотрим. Прихожая, пожалуйста, пришел. Места для хранения обуви, вещей, все присутствует. Здесь мы по шкафам, да, не лазим, ну, вы понимаете. Швабры, еще что-то, все есть. Идем дальше. Первая комната – это комната дочери, с которой мы сегодня даже пообщаемся. Много интересного нам человек расскажет. Проходим. Небольшой коридорчик. Первым делом нас встречает ванна. Шикарнейшая ванна. Смотри, чистенькая. Зайди, пожалуйста, покажи. Аккуратненькая. Полноценная. Можно искупаться утром. Да? Понятно, не хватало бы второго санузла в силу того, что утром 4 человека, когда все собираются. Ну, в этом будет небольшая проблема. Но в целом, друзья, посмотри. Да, унитаз, все тоже, все чистенько, аккуратненько. С такой стиль, как он, скандинавский, да? Скандинавский. Далее, кухня. Кухня небольшая, потому что в таких домах она, как правило, сколько там, 5-6 квадратных метров. Здесь у нас, смотрите, кто ест, покажи его. Это коржик, ребята. Смотрите, совсем недавно приехал, говорит, уже все, привык. У него свой фонтанчик с водой. Где поесть, он знает. К туалету уже привык, ну, молодец. И прям подходит очень сильно, он под интерьер. Кухня тоже сделана в таком стиле, в уютном, ну, скажем так, как будто мы за городом находимся. Она небольшая, но при этом всегда во всем негативном нужно видеть что-то позитивное. Почему? Готовить удобно. У тебя что-то варится здесь, ты смотри, кшик-шик-шик-шик-шик-шик-шик, собрал, в супчик высыпал, тут ты чик-чик-чик-чик-чик, мясо порезал. Таким образом собрал еду, а обедать ребята ходят в гостиную. То есть у них там отдельно стоит стол, сейчас вам это все дело покажем. При этом, друзья, ну, мне кажется, сам по себе ремонт получился максимально, внимание, уютный такой домашний. Давай поменяемся местами. Предположим, что как вот вы мне некоторые пишете, вот нужно отделиться, что ты пришел, сел там в тишине ночью, налил себе чайку, вот тут вот присел, тепло вообще, хорошо, у тебя батарейка будет зимой работать. Пьешь, за окном снег идет. Рядом с окном у тебя лес. И что самое главное, что не очень близко расположены деревья, то что когда солнце есть, попадает сюда свет, это тоже важно. Бывает так, что деревья слишком близко, потом темнотища. Одним из жирных плюсов для детей, это то, что у каждого появилась своя комната. Так, например, заходим в комнату дочери, 13 лет ребенку, пожалуйста, свое рабочее пространство, спальная зона, шкафы, дополнительно выведены розетки. Если вдруг понадобится там телевизор, либо что-либо еще, ну, куда-то что-то разместить можно. То есть, полноценная, в принципе, большая комната, проветриваемая. Закрылся, читай, пиши, учись, все, что хочешь, делай. Ну, ребенок счастлив. Проходим, у нас получается вторая часть квартиры. Ну, посмотрите. Это полноценная гостиная с обеденной зоной, где можно в комфорте всей семьей присесть и отобедать. То есть ты пришел, пожалуйста, прием пищи, ужинаем, телевизор работает. То есть, с одной стороны, понятное дело, они могли бы что-то мудрить с перепланировкой, например, ломать детскую комнату, объединять ее с кухней, делать это все там, но это получилось бы не то. А тут, ну, друзья, вот такая планировка у нас сегодня. Места достаточно, квартира действительно светлая, большой телевизор, завалился, сидишь. Так, второй ребенок получает тоже свою полноценную комнату. Захар рассказывает нам, что было прям дикое желание, чтобы у него была стена с космосом, фотообои. Пожалуйста, родители сделали, так еще смотрите, кто. Я не знал, что он есть. Это черный плащ, как бы не напал на чужаков.
Комната тоже имеет все самое необходимое. Спальная зона, рабочее место, и шкафы, игрушки. Пожалуйста, сын помладше, поэтому пока вот такое пространство у него есть. Друзья, чувствуете разницу? Опять же, дети, то была одна комната, делили на двоих, то теперь у каждого свое огромное место, да, для хранения вещей. Подчеркиваю, по чужим шкафам мы не лазим. Вам в целом картина ясна. Иди сюда. Тоже большая, так еще комната у нас идет с бонусом, да, вы обратите внимание, сколько раз я говорю, так еще, ну, потому что всего полно, все уютно сделано, но сразу видно, что Регина подготовилась к этому, прям видно, вот она создала квартиру мечты, светлую, уютную, со всякими этими штучками, это прям однозначно женская тема, потому что мужики до такого не могут додуматься. Ну и мы выходим на балкон правильной формы, прямоугольный балкон с подогревом пола, то есть здесь находиться одно удовольствие, ну как минимум в теплое время года суток, а здесь хобби, можно одеть, на кого-нибудь там наорать в наушниках, поиграть, ну сами понимаете, многие люди любят компьютерные игры. Таким образом, вот такая шикарная квартира, на мой взгляд. Окошко открыл проветрить. Пожалуйста, рядом у тебя, знаешь что, школа. Ну, офигенно. Школа, как правило, это там до часу дня, до двух часов дня. А дальше тишина. Ну, друзья, я не знаю. Я прекрасно понимаю, что у многих может сложиться впечатление, что я защищаю вторичку, хвалю вторичку. Но это далеко не так. Я вам лишь показываю. А вы уже делаете сами выводы. Вполне возможно, что вы скажете, что нет, все не так, лучше в новостройке. Пожалуйста, комментарии открыты. А еще представьте, как ребятам спится в этой квартире. Сейчас жара спала, у каждого своя комната. Рядом кислород, деревья, дождичек прошел. Красота. А для того, чтобы спалось еще лучше, нужно всего лишь купить в квартиру матрас. И не спешите перематывать, потому что рекламная интеграция уже подходит к концу. 40 секунд осталось. Друзья, по ссылочке в описании вас ждет Blue Sleep. Я вам всем рекомендую зайти к ним на сайт, посмотреть, что есть и почем. Не забывайте, что на все товары действует промокод «Машковсон», который подарит вам дополнительную скидку. И эта скидка суммируется с основными скидками на сайте, за исключением акций на готовые комплекты. Заходите к ним в шоурум, он есть живой, где вы можете потрогать товар, посмотреть, пообщаться с живыми людьми, с консультантами и понять, что это действительно то, что вам нужно в начале нового учебного и рабочего года. О, конец. Действительно, от всего сердца рекомендую вам продукцию Blue Sleep, ведь сам ей пользуюсь. Ссылочка ждет вас в описании, а мы продолжаем. Расскажи, пожалуйста, где мы вообще находимся? Все зеленое, замаскированное. Угу. Что это за район Москвы? Куда мы сегодня приехали? Район Берлиоз Западное. Всю жизнь считался таким криминальным районом Москвы. Знакомьтесь, ребята, местные парни. Алексей, как зовут? Руслан. Влад. Влад, парни, смотрите, мы снимаем ролик про недвижимость, про жизнь, как люди живут за МКАДом, как люди живут в Москве. Поговаривают так, что некоторые эти районы опасные. Что скажете? Это район действительно опасный или все, или времена поменялись? Я скажу, опасный район Чертаново-Южное. Ну, там есть такие группировки. Группировки есть? Ну, есть такие КББ. Компании. Есть компании, КББ, допустим. Ты когда говоришь, ничего тебе компании эти потом не скажут за то, что там распалил нас на интернет? Не, ну КББ это зашифровано. Известно, да? Я просто расшифровку не говорил. Ну так работают и все. Смотри, драки вообще бывают? Да, у нас тоже. А из-за чего деретесь? Вот что поделить не можете? Ну приезжают, допустим, вот там люди с другого района там и начинают там, допустим, в ТЦ сидят. Начинают конфликт какой-то, там сидят, орут, там мусорят, кидаются что-то. И там взгляд кинут. Ну и все, там слово за слово, и начинается там замечание недопонимание, сделал, как бы из-за этого происходит. Ну, пытаемся словами решать в основном, не пытаемся, типа, там сразу выбирать. А чем вообще сами занимаетесь? Вам уже весь по 18 лет, и вы уже, получается, учитесь где-то? Да. Где? Ну, это что, институт, колледж, что это? Да, колледж. На кого? На слесарь по ремонту и обслуживанию двигателей. Вот скажи нам, пожалуйста, ты вообще в будущее какое видишь? Смотри, сейчас везде интернеты. Как зарабатывать-то? Куда пойти? Где можно заработать? Вот ты какой? Да, вот интернет это сейчас все может пропасть в любой момент. Это типа не так надо, как труд руками. Руками заработаешь больше, чем вот эти интернеты. А получается руками делать? Да, конечно. Не, ну серьезно. Да, знаешь, серьезно. Бывает, но я занимаюсь машинами. А, идет, то да, есть, дело. Да, у меня машины, я перепродаю. Перепродажи? Да. Ничего себе, да. Нормально.
Слушай, что можешь похвалить вообще в районе вот в этом? Вот что тебе здесь нравится? Ну, мне нравятся парки на самом деле. То, что вот делают парки, дороги. Ну, тут нормальный такой район. То есть развитие ты все-таки чувствуешь, да, правильно? Да, что да, улучшения да, для конечно, людей есть. Делают. Да, допустим, вот сейчас метро должны сделать там для Бирилева. В 2006 году. Да. Открой, да? Ну да. Ну, типа, просто неудобно, что на Пражской все выходят, и там всегда скапливается народ. Ну, на самом деле, ни хуже, ни лучше любого другого района. Да, он зеленый, здесь много парков, много зон для прогулок. В принципе, социальная инфраструктура, ну, мне есть чем сравнить, да, она очень налажена. До детской поликлиники там 5 минут пешком, до школы вышла из подъезда, и ты на территории школы. Меня все устраивает. Прежде здесь... всего, меня устраивает транспортная доступность. Я понимаю, что это твоя боль, я тебе обязательно задам про это вопрос. Действительно, когда открываешь карту, детских садов и школ здесь прям много. Да. Ты, когда переезжаешь сюда, вы уже прописались в эту квартиру. Приходите в школу, как? Детей прям на автомате, все, пожалуйста. Да, пожалуйста, идут. На... Ни очередей, ничего, ну, приглашаем. Ну, на госуслугах все, ты подаешь документы, тебя приглашают на собеседование. 1 сентября сюда идут, правильно? Да, ну, да. Друзья, это просто звучит как сказка. Это звучит как сказка. И все необходимые магазины, кафешечки, доставки, все работает как часы. Нажимаешь на отлично кнопки, тебе все приносят, да? Да, отлично работает. Но есть один минус, который в дальнейшем станет плюсом. Насколько я знаю, вам обещают, что метро здесь построят только к 2026 году. Да. Вот сколько будет идти по времени от твоей квартиры, от твоего дома до метрополитена? Вот примерно. Ну, ты же знаешь, где она будет откроется? Там, то ну, 5 минут примерно. Офигенно, да? То есть сразу квартирочки у вас в цене вырастут, ну, да, ну нифига себе. Думаю, что да. Но на сегодняшний день, например, ты можешь добираться до центра как? Вот я знаю, что у вас здесь есть электрички. Да. Вот расскажи. Ну, в идеале здесь, в принципе, я езжу на электричке минут 10 до МЦК, Верхние Котлы, с Верхних Котлов до Кутузовской тоже 12 минут, и я, собственно, на работе. То есть на сегодняшний день ты выходишь из дома и до работы за сколько ты добираешься? Ну, я закладываю час. Ну, добираешься примерно вот в рамках этого часа? Да, да, в рамках Друзья, часа. Друзья, чтобы вы понимали, возможно, кто-то сейчас скажет, ну, час. Час для Москвы – это... Да. Когда 30 минут ты добираешься от дома до куда-то, это вообще считается, нифига себе, прилетел, что ли, да, на ракете, да, блин. Да, да. А тут было 2,5-3 часа и более, особенно когда там ты говоришь, если поток встанет, да, то все же. А сегодня ты прогнозируешь свое время, конечно, тебе на каких маршрутках ехать конечно не нужно. Конечно, и электричкой ходит четко по расписанию, я никак не завишу от пробок и всего остального. Я знаю четко, что на свою я опоздала, значит, через 7 минут будет другая, и я стабильно уеду на работу. Офигенно, да? Да. Вот эти первые эмоции, поделись, когда первый день на работу, все, ты просыпаешься утром, у тебя квартира с ремонтом, ты выпила чашечку, кофе пьешь или что? Кофе ты выпила, выходишь и приходишь, но садишься, на самом деле... приезжаешь, через час ты уже в офисе, каково это было? Первый раз я ехала на работу, все равно вышла за 2 часа. По привычке, да? Да, я боялась опоздать, естественно, приехала на работу с огромным мешком счастья за спиной, потому что я приехала намного раньше, я поняла, что мне вот нужно столько-то времени. Я высыпаюсь, вечером я приезжаю домой вовремя и также добрая. Да, и вот, добрая, да. Добрая теперь, да, теперь больше нет вот этих вот, как тесемочка с кефиром, который бах, а там одни стекляшки уже. Нет, сейчас у меня больше энергии, настроение намного лучше, ну то есть это... Во сколько ты теперь просыпаешься на работу? На работу в 6:40. А раньше было в 5:10? Да. То есть теперь ты просыпаешься, за окном уже светло, да, а не так, что ты просыпаешься ночью. Да, за окном светло и чайки кричат. А куда вообще тусоваться, вот если вот в вашем возрасте поехать потусить? Это куда? Это центр или это пойти лучше в парк? Как вообще вот в среднем проводите время свободное? Да я даже не знаю. Ну, но где место скопления центр вообще? Куда идете? Ну, в основном в своем районе, где ты вырос. Просто, да? То есть, то бишь там. Ну, поехать куда-то в центр, ну, это так. Бывает там раз в месяц, два раза. Ну, не особо. А есть чего-то такое, чего не хватает? Может быть, каких-нибудь секций дополнительных? Здорового фитнес-клуба или там, что там, драться? Да, качалок на улице не хватает, допустим. Вот раньше были... Уличные, да, которые открыты? Да, да, вот просто типа... Ну, вот я знаю, даже есть качалки там в лесу, допустим, вот там... Куда мы ездили? Волжская. Вот там в лесу есть прям качалка хорошая. Угу.
Ну, да? Нормально отношусь. И у нас раньше, в принципе, там, ну, я же с Чертаново просто. И там тоже у нас были раньше на улице штанги, гири. Но сейчас этого всего нету. А тебя Руслан правильно зовут? Да. Борьбой занимаешься? Бокс, борьба. Бокс, борьба. Да. Ну как, получается? Ну, планирую этим зарабатывать. А, то есть ты вообще в целом учишься на кого-то? Ну, да, вот одногруппники с ним. А, одногруппники. Да. Тоже на слесаря? Да, ну планирую вообще спортом зарабатывать. Ну как думаешь, получится вообще в России, возможно это заработать? Конечно. Это легко. Ну, сколько, допустим, как вообще, какой первый этап, на чем можешь заработать? Вот ты научишься бороться, выходишь ты с кем-то на спарринг. Сколько денег платят вообще, если победил? Ну, какие-то есть начальные расценки? Ну, вначале, конечно, есть. Есть там выход 50 на 50, есть 100 на 100, ну, там вот вышел, уже соточка есть там в кармашке, можно покушать после этого вкусно. И выиграл еще 100 тысяч. Ну, на самом деле, типа, ну, это просто нужно пахать ради этого, кровью и потом. А так, ну, ничего сложного нет. Парни, последний вам вопрос. Вот кто-то посмотрит, скажет, ну, такие вы, такие бандиты, такие хулиганы. Да не, мы добрые люди. Вот. Комментарии вообще. Добрые. Добрые. Ну, типа, мы обходим вот эти конфликты, но если надо будет... А у тебя? Да, если надо будет, то тогда уже будет по-другому решать. Ну, а как, типа, это район просто. Понимаешь, бывает такая тема, что доброту за слабость принимают. Да, да, начинаешь общаться культурно, тебе думают, ну, понятно, как это, чушпан, да. Начинаешь хамить сразу, а, ну их нахрен, дураки. Они думают, ну все, сейчас газанешь на него, а там газу дал и в борду получил. Ну, просто так в основном происходит. Так, вам удачи, развития, удачи в спорте, да. Пока-пока. Регина, а вот когда ты общалась с детьми, у тебя старшей дочери 13 лет да. и сыну 11 лет. Да. Вот вы с мужем подходите и говорите, ребята, ну все, мы переезжаем. Вы приезжаете сюда, там, вы нашли эту квартиру, они посмотрели такие, мам, ты вообще, какая у них реакция была? Они сказали, все круто или что вообще происходит? Ну, тут надо понимать, что девочка, она старше, и она, конечно же, уже давно мечтала о своей комнате личной, выгоняла брата из их общей комнаты. У мальчика все сложнее, мальчикам, в принципе, тяжелее дается смена обстановки. Мальчикам вообще тяжело что-то новое менять. Зачем менять, если что-то работает, да? Это девиз такой. Не лезь! Да. Встаем. Поэтому, да, сначала восприняли, скажем так, с раздумием, а надо ли. Но потом, когда поняли, что ждет огромный бонус, у каждого будет своя комната, тут вопрос отпал. Знакомьтесь, Кира, 13 лет. Здравствуйте. С позволения родителей, с разрешения Киры, общаемся с тобой. Слушай, не знаешь, что интересно? Вот у нас канал больше такие взрослые люди смотрят. Там мне 34, вот как твои родители. Но нам интересно послушать, чем дышит и двигается молодежь. Вот расскажи мне, пожалуйста, вот я обратил внимание, у тебя аниме висит. И это не первый раз, где мы встречаем. То есть мы, бывает, приходим, и мальчишки, и девчонки увлекаются. Откуда вообще это пошло? Почему? Вот в моем детстве, в 13 лет, у меня были плакаты, знаешь, с кем? Ну, рэп-исполнителей я слушал. Децл, там, если из русских, Оникс, Вутенг. Я думаю, ты, наверное, такие не слышала. Но слышал. Это... А, слышала, да? Но вот такие истории. Это что такое? Ну, на самом деле, аниме – это такая распространенная как бы культура, и... Ну, многие ее увлекаются, поэтому... Ну, это довольно интересно, так это такая отдельная вселенная, вот. Но я сейчас очень редко что-то смотрю, я в основном читаю, ну, вот, манги. Ага. А что ты читаешь? Да много чего там. Ну, я очень... Я фанат китайских новелл. А вот если, допустим, мы поговорим про какую-нибудь классику, школьную программу, что тебе из последнего прочитанного нравится больше всего? Я читала последний, наверное, «Мастер и Маргарита» либо Достоевский «Белые ночи». Я очень люблю классику. «Мертвые души» читала Гоголя? А, нет. Вот я тебе рекомендую, вообще классно. Вот мне это прямо вот «Мертвые души», «Мастер и Маргарита». Я знаю, то, что сегодня в музей идешь Булгакова. Да. Вообще классно. Я тебе даже выпуск уже твоим родителям порекомендовал. Один посмотришь, я думаю, тебе понравится. Что такое квадробоберы? Квадроберы? Квадроберы, да. Ну, это такая субкультура довольно интересная. Ну, то есть, она еще давно появилась. То есть, ну, это такие дети, наверное, которым нравится... Ну, я думаю, все в детстве такие играли всякие игры, которых представляют себя каким-то животным, я не знаю. Но они вот застряли в этом периоде, ну, и скачут. Прыгают. Это вот плюс-минус, в каком возрасте вот они играют, ты так не можешь сказать? Ну, лет 8. А, это 8-летние. Ну, где-то в твоем классе нету квадробобера, блин? Нет, нету. Я в детстве, ну, в 8 лет, знаешь, что делал? У меня была палка
с дерева она упала, я брал ее, и у меня это был мотоцикл R1 литровый, я вот так вот носился, блин. Что сегодня тренд вообще у молодежи? Смотри, поговаривают, ютубчик блокирнут. Да. Это плохо или хорошо? Плохо. Если не ютубчик, то что будем смотреть? Ну, я думаю, есть много каких-то замен ютубу. Ну, назови хоть одну. Ну, во-первых, это социальная сеть, ТикТок, к примеру, потому что он тоже занимает много времени. Так он тоже же заблокирован, нет у нас? Он вроде запрещен, нет? Работает? Ну, заблокирован, конечно, но есть моды всякие, да. Ага. Обойти понятно. Легко блокировку, у меня YouTube работает. Работает. А вообще, в чем общаетесь? WhatsApp и Телега? Куда? Телеграм. Ну, я в основном в Телеграме общаюсь, в WhatsApp я очень редко захожу. У меня родители там в основном общаются. А я, ну, хотя я переманила маму тоже в Телеграм. Но вот с какими-то знакомыми или друзьями я только в Телеграме. Слушай, а можешь мне объяснить, вот, допустим, вот в 13 лет вот тебе сейчас идти в 8 класс. Вообще, вот какие мысли вот, на будущее, о чем ты думаешь, вот, с точки зрения, ты сейчас пока ну просто учимся, живем, растем, взрослеем, или уже есть какие-то мысли, блин, поскорее бы закончить школу, пойти работать. Может быть, у тебя уже есть какие-то мысли о том, кем бы ты хотела стать, кем бы ты хотела попробовать поработать, позарабатывать денег. Есть такое? Ну, наверное, больше сейчас мысли о том, что для начала буду учиться в 8 класс, а ну, и решать что-то, идти либо до 11, либо до 9, это тоже есть такие мысли. Но я сейчас как бы, ну, у меня есть какие-то малейшие представления о будущей работе, а так, ну, нет, наверное, нет. Ну, а что это за малейшее представление, поделись? Ну, я иду в химбио-класс. Как еще раз? Химбио. Химбио? Ну, мед-класс, можно так сказать. Направление... А, то есть врачом? Ну да. Правильно? Что-то с медициной связано. Ага. А ты слышала то, что когда ты, короче, смотри, ты закончишь школу, потом ты 6 лет учишься да. в медицинском, потом ты 2 или 3 года проходишь еще вот это дополнительное обучение, как оно называется? Интернатуру. Вот. И только потом ты становишься уже врачом, то есть 10 лет примерно. Да, когда ты начнешь получать какие-то нормальные деньги. Не пугает тебя такой срок? Ну, на самом деле, конечно, пугает, потому что ты в это время учишься, а это еще нужно как-то на жизнь зарабатывать. Uh-huh. Но я бы хотела идти в какое-то психологическое направление, там, психиатр, психологи. Ну, психолог uh-huh. это не врач. Вот. Ну, какие-то вот такие направления. Там, конечно, тоже, ну, там, естественно, не как на хирурга, к примеру, но тоже довольно долго. И на самом деле это тоже такое, то, что останавливает от поступления или мысли о том, что я иду на врача. Очень часто бывает так, что вот в Москве театры, парки, различные зоны, куда можно сходить провести время, вот вы переезжаете. Угу. Ты теперь знаешь то, что ну, 10 минут электричка, 20 минут вы в центре. Угу. Вот за 3 месяца, что вы здесь живете, вот вы с семьей вообще куда-либо ездили, вот так вот прогуляться, может, в выходной день? Или все-таки так, что приезжаешь, и опять времени нету, весь график распланирован, в выходной день хочется остаться дома. Вообще, вот как проводит ваша семья досуг? Вот именно с привязкой. Ну, мы такая театральная семья, на самом деле. Это интересно. В театры ходите? Входим в театры, мы ходим на какие-то детские развлекушки, тот же «Остров мечты». Сегодня вечером мы идем в музей Булгакова. Ну, то есть... На Садовом кольце, который? Булгаковская квартира. А, я был там. Ну, кстати, я рекомендую, да. Как... И круто. Пешеходные экскурсии там по местам, вот «Мастера и Маргариты». Ну, на самом деле, дети у меня, дочь читающая достаточно, поэтому... В этом плане у нас сложности нет. Мы старались выезжать и из Балашихи, но это намного сложнее, поэтому как бы было немного пореже. Но в целом дома мы не сидим. Ну, короче, ты прям почувствовал, правильно, всей семьей, что у вас... Ну, я просто к тому, что плюсы вот этой... Доступности конечно. Вы ощутили прямо на себе. Конечно. А ты смотрела наш выпуск про Патрики? Нет. Вот посмотри, пока если есть возможность, да, потому что там как раз 50 минут, там, раз вы едете в музей Булгакова, там это все рядом, я тебе говорю, вот вам прям понравится 100%. Друзья, кто не смотрел, посмотрите, потому что... Не Патрики, а Патриаршие пруды, и там огромное количество историй, рекомендую. Когда вы жили с родителями вот в другом да, там, жилом комплексе, тебе там вообще в целом все нравилось? Ну, конечно, нет, потому что ты растешь, тебе, ну, если там лет 8 или в начальной школе, тебе достаточно вот этого большого района, ну, в том возрасте. А когда ты подрастаешь, тебе уже хочется, ну, куда-то погулять, куда-нибудь поехать. Конечно, нет, как бы... сложности сесть там на маршрутку, доехать до метро, но это тоже затрудняет, потому что ну, все-таки иногда лень прям ехать до этого метро, а тут
Поближе. Даже, ну да, поближе. С точки зрения вообще школ, вот можешь поделиться, как сегодня ты, вот, допустим, там училась, вообще нормально обучают или есть нарекания, что скучно, или все от учителя зависит, как вот опишешь? Конечно, зависит от учителя, то есть любовь к предмету, она связана с учителем, то есть если там учитель какой-нибудь, ну вот прям довольно интересный, грубый, к примеру, или что-то такое, конечно, ты не хочешь идти на этот предмет, каким бы хорошим он или интересным не был. Ну, то есть у меня было такое. Я очень люблю литературу и русский, я, то есть, прям погружена вот в это все. Но у меня была очень интересная учительница, из которой у нас были очень сильные разногласия, поэтому я как бы... А есть ли такая тема вот в твоем окружении, допустим, ты как часто ты это наблюдаешь со стороны, вот этот, знаешь, буллинг? Когда дети, какой-нибудь вот обязательно в классе же должен быть хулиган. Вот такой вот. Да? Да. И вот он ко всем лезет. Такие часто встречаются или это... У нас в классе, ну, в моем прошлом, был такой отбитый человек. Один? Нет, не один. А ну, сколько? Вот прям... 10, да? Ну, нет, ну вот прям, чтобы отбитый на голову, был один. А так все остальные просто потакали или какие-то уже... свои. Ну, то есть, ну, были, конечно, такие... Ну, вот как решается конфликт? Тут есть вообще какие-то способы, вот, например, как вы просто с ним стараетесь не общаться? Вот, я же прекрасно понимаю, в детстве сидишь в классе, кто-то там может приставать, там что-нибудь книжку толкнуть, правильно? Да. Как этот вопрос решить? Да никак. Никак? Пережить? Ну, повезет. Да? Ну, то есть, ты можешь сказать, типа, отстань, пожалуйста, а... Ну, он не послушает, скорее всего. Ну, конечно, когда культурно будешь отвечать, там есть другие методы. Но обучать мы тебя этими методами, конечно же, не будем. Это тебе, если что, папа поможет. Регин, ну вот прокомментируй, пожалуйста, сразу ответы на комментарии. Новый дом и вот этот, знаешь, он уже советский такой старенький домик. Многие люди отсюда, наоборот, бегут в эти новостройки, в красивые дома. В том числе и у вас здесь в районе тоже есть. Да, есть. 50 этажей, человенички, пожалуйста, есть, все присутствует. Есть, со своими минусами, да. Ну вот, когда ты приезжаешь сюда с семьей, вот вы стоите, смотрите на него. Как ты общалась с семьей, вообще объяснял им то, что, ребята, блин, сделаем ремонт, будет круто. Вот можешь какую-то мотивацию свою объяснить, чем ты руководствовалась? Но я в силу своей профессии могу прорекламировать, да, что получится по итогу. Конечно, я нарисовала им красивое светлое жилье, у каждого своя комната. Есть какие-то нюансы в квартире в плане того, что да, это старый дом, кухни маленькие, стандартные. Но есть и свои плюшки, скажем так, там в наличии общей комнаты такой, да, столовой. Вот. Да, старый фонд, вторичка, но, повторюсь, в новострой пожив я поняла, что там тоже, к сожалению, в силу недобросовестности некоторых застройщиков происходят глобальные проблемы, о которых, ну, там, говорят, не говорят, каждый по-своему, каждая лягушка хвалит свое болото, но нас, например, и топили, и свет отключали, и воду отключали, как горячую, так и холодную, то есть находиться в квартире с двумя детьми без какой-либо воды в доме, это тоже очень сложно, скупалась вся вода в магазинах, которые находились там в районе. Ну, то есть везде есть как минусы, так и плюсы, но вторичка меня ни в коем случае не пугает. Конечно, это может быть, выглядит там с экрана не совсем взрачно. Покажи, вот аккуратненько подсними. Люди действительно есть разные. Ну, вот окошко открой, высунись. Ну, вот нахера вот это делать, да, по-другому не скажешь. Вот такого найти можно абсолютно везде. Не только вот здесь, как многие говорят, на вторичке, но явно больные люди. Выбрасывать остатки от продукта, вон хучик, фигучик, алкогольные вот эти вот отравы, омывающая жидкость, выпил и в окно. Ну для чего это люди делают, непонятно. Но самое-то удивительное, что они точно так же встречаются в этих новостройках. Мы уже это неоднократно показывали, когда ты приезжаешь, а у тебя под окнами просто одеяло из окурков. Минусы есть везде, правильно? На вторичке тоже. Вот тут... По шее бы неплохо было бы дать. Я почему-то всегда замечаю так, что когда приезжаешь в новострой, вот, ребята, это просто опыт. Приезжаешь, спрашиваешь, а минусы у вас есть? О,
поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Когда ты приезжаешь на вторичку, спрашиваешь, ну давай так у тебя, вот ты здесь пожила 3 месяца. С февраля у вас квартиры приезжали, ремонт делали. Какие минусы проживания на вторичке вот в этом районе именно для тебя? Вот что ты можешь поругать? Вот что тебе не хватает, что не так? Ну, конечно, фасад здания, да, хотелось визуальный, бы внешний визуальный, да, внешний вид. Да, собственно, наверное, мне нечего больше добавить. А вот так это и происходит. Ну, смотри, давай я тебе даже накидаю так, что да, хуже входная группа, потому что в новых домах отмечаем это факт. Ну, это новые дома. Не спорю, не спорю. Большая площадь, той же самой комнаты в новых домах, как правило, потолки повыше. Ну, вот, опять же, с этим только. Ну, наверное, и все. Да, наверное, все. Больше мне, собственно, добавить. Вот, ребята, давай так, люди напишут. Купили квартиру в окружении, как у нас там часть, алкашей, наркоманов, да, пердунов и так далее и тому подобное. Да, ну давайте вспомним и жилье в новострое. На этаже у нас было 4 квартиры, мы были единственными собственниками, которые проживали в квартире. Все остальные постоянно меняющиеся личности, которые снимали жилье. Ну, то есть мне, как маме, достаточно опасно оставлять детей с учетом того, что там кто-то... Не пойми, да, кто вообще находится. Я не знаю, кто там живет. Вот эти инвесторы, которые про наш ЖК плохо говорить не надо. Можем упасть в цене, ребята, нам еще продавать. Вот это я уже вам несколько раз говорил. Тишина, 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 посуточная аренда, и пошло-поехало, блин. Ну, в том числе. В том числе, наверное, да. Плюс большое количество приезжих, как я уже говорила, после чемпионата мира. И это именно афроамериканцы, кубинцы. А, вот там да, у вас там, скопились. Там, да, там. Прикол. Скопились. Это в некоторых районах разные национальности заезжают, и к вам афроамериканцы приехали. И кубинцы. И кубинцы. Ну и как они, веселые ребята? Ну, они веселые, они на самом деле безобидные, но просто у детей попервой было немного удивление такое. Они: мама, почему? Мама, что? Мама, как? А как они тут живут? А они живут большими семьями, компаниями. Ничего плохого нам никто не делал. Но просто как факт, да, что вот такое тоже там было. А не было такого, что в пятницу «Арива!» по барабанам там что-нибудь? Такого нет, но в тапочках зимой в магазин, да, ходят. Они? Кубинцы? И кубинцы, и афроамериканцы. Ну, то есть это зимой. Достаточно так интересно со стороны. Жизнь здесь, на вторичке. Вот вы переезжаете с родителями. Ну, у тебя классная квартира, действительно. У тебя родители постарались, вообще большие молодцы. Смотри, комнату тебе сделали, брату сделали. То есть все, у вас теперь свои пространства. Да. Что тебе здесь нравится? Вот не в квартире, а вот в этом районе. Как? Ну, он такой спальный довольно, тихий. Ну, спокойный. Да, это тоже очень, ну, хорошо. Потому что если там, вот, к примеру, у меня подружка живет в Ясенево, и там дороги, там очень много людей, там шум постоянный, это тоже как-то напрягает. А вот тут, ну, тут единственное, что напрягает, это контингент, потому что все-таки, к примеру, на Бирюлево-Пассажирском там очень много интересных личностей. Ну, это уже ближе туда, к железной дороге. А здесь ты, когда выходишь, я же думаю, у тебя уже все, возраст тут кончился, Катя, надо на детскую площадку идти, правильно? То есть, если ты, наверное, выходишь, то ты куда-то целенаправленно едешь. Да. Но вот в твоем возрасте не страшно вот так вот передвигаться? Ну, именно... Ну, типа, знаешь, ты вышла, там, пошла куда-то гулять, например, к подружке ты поедешь. Ты же поедешь сама, без папы, без мамы. Ну, вот не переживаешь, ты город большой, крупный, или это пофигу? У меня нет с этим трудностей. Нету, да? То есть я легко разбираюсь в метро. Ну, да, конечно, было пару ситуаций, когда я уезжала совершенно не туда. Но я как бы это легко... Скажи мне, пожалуйста, вообще, что сейчас у молодежи в тренде? Вот, допустим, какие-то, может быть, поп-исполнители? Вот какая музыка сейчас популярна? Что, вот, например, по крайней мере, ты слушаешь? Можешь кого-то назвать? Ария. Ария? Сой. А, то есть ты прям... Ну, я... Да ты наш человек, блин! Ну, у меня с папой очень похожий плейлист. Ну, это правильно. Агата Кристи, Ария. Сейчас еще обрати внимание, сейчас пошел тренд как раз на старые песни. Сейчас молодежь слушает Юрия Шатунова. И снова «Сюда и ночь». Это кто пел? Шатунов. А, Шатунов, да? Слышала же, да? Да, это ну, после... кстати, так неплохо, да, слово звучит? Слово «Пацана», да. В целом, ты вообще как вот себя считаешь счастливым человеком? Все тебе нравится, впереди жизнь. То есть, такое свободное, беззаботное... Ну... Детство есть, конечно, какие-то трудности.
Но так у меня нет каких-то причин быть несчастливой, поэтому меня, в принципе, все устраивает. Вот так вот это все и происходит. Ну, смотри, когда ужинаете, наверное, да, чаще вместе прям вот собираетесь здесь? Или в как? Будние дни, да, конечно, это ужин, в выходные дни завтрак, обед и ужин. Ну, то есть всегда мы здесь вместе. Регина, ну я правильно понял то, что все вот это проделано, это плоды твоего воображения? Да. Я тебе могу вот со всей уверенностью сказать то, что у тебя получилось, как мне кажется, оценка 5 баллов. Ну, без лести, я тебе серьезно говорю. Ну, реально все круто, уютно, светленькие тона, где-то местами вот это то, что добавило, знаешь, под дерево. Я, конечно, не дизайнер, говорю простыми словами, но классно. По-другому и не скажешь. С детьми мы с вами пообщались, пока вот там кофе готовили, все довольны. Сын доволен, дочь довольна, все здорово. Давай немножко пробежимся по цифрам, потому что ну, людям интересно. 11500 плюс 3 миллиона рублей вы тратите на ремонт. Вы брали ипотеку на квартиру. Да. Вот вы ту двушку за сколько продали? Ну, порядка 9. 9 миллионов скидываете, какую-то часть денег оставляете на ремонт? Или как это было? Ну, да. Сколько взяли в ипотеку? В ипотеку взяли 6200. На сколько лет? На 25. А чего так невесело отвечаем? Это же стимул, это же нужно стремиться. Это, знаешь, это чтобы не было желания лежать на диване. Ну, естественно. Это все для этого сделано. 25 лет, насколько я знаю, у вас ставочка уже новая, 16%. Да. И с одной стороны она могла напугать, а сегодня ставочка 22-26. Ну, сегодня, да, я понимаю, что мы взяли вовремя, наверное, надо было брать еще раньше, но как взяли, так взяли, но в любом случае те условия, которые есть сейчас, это более пугающая цифра. Платеж какой получился? 84. Ну и как вот тебе, честно скажи, напряжено вот вам на семью или как бы терпимо, работать можно, зарабатывать? Надо работать, надо зарабатывать, а как по-другому? Иначе будешь жить и вставать в 5-10. Да. Тут без вариантов. Как есть. Регина, ну постарайся вот просто людям, давай такую общую подводку сделаем, передать, каково это, вот просто вот столько времени тратить людям на дорогу. Вот это всем тем, кто сидит сейчас по стороне, думает, блин, может быть в Москву поехать, а вот там возле МКАДа. Ребят, я подчеркиваю, я ни в коем случае никого не отговариваю от покупки квартиры возле МКАДа. Народ голосует рублем. Вы все покупаете там, потому что там доступнее цена. Конечно, и квадратура больше. Квадратура больше, да. Новые дома, у этого есть свои плюсы. Есть. Но есть и вот такие жирные минусы, есть. Один из которых вот транспортная доступность, да. И до работы. Ну вот какую такую выжимку можешь вообще дать в целом от себя? Ну, наверное, каждый учится на своих ошибках и опыте. Но даже, наверное, это не ошибка, это личный опыт. Не потеряв, не будешь ценить, как говорится. Поэтому, если вы хотите иметь большую квадратуру, новое жилье, и вам не надо ездить в Москву на работу, вы выбираете рабочее место рядом со своим жилым комплексом, все окей, вы счастливый человек, и вы не паритесь вообще ни о чем. Но нужно оценить обязательно социальную обстановку вокруг, да, то есть это доступность школ, наличие детских садов, наличие поликлиник и, опять же, наличие квалифицированных медицинских услуг, потому что у нас поликлиника в Балашихе была, но врачей в ней не было. Поэтому получать медицинские услуги в Подмосковье и в Москве – это две огромные разницы. Вот, соответственно, если вы готовы к вторичному жилью, оно неплохое, оно вторичное, да, оно более надежное в моем понимании, потому что дом устоялся, соседи уже более-менее друг к другу притерлись, социальная инфраструктура здесь намного более развита, чем в Подмосковье. И рабочее место у меня намного ближе стало к квартире, чем нежели я ездила из своего предыдущего места жительства. Ну, для меня это только плюсы. Для кого-то, может быть, опять же повторюсь, кто работает рядом со своим местом жительства в Подмосковье, наверное, там будут плюсы. Но у меня такой ситуации не сложилось. Что я хочу всегда показать этими видеороликами? Ну, смотрите. Вопрос жилья всегда стоит остро. Первичку, как правило, люди покупают, ну, из-за цены. Народ голосует рублем. Всегда
Народ говорит, так, новые дома и так далее, и так далее. И цена, цена, цена. Но вот, когда ты начинаешь взвешивать жизнь 3, 7, 6 километров возле МКАД, 15 минут вы возле метро, в 5:50 выход из дома. Ну как он такой? Да это ужас. Ну серьезно, просто когда слушаешь, думаешь, жесть. И ты находишься вот в рамках города добираться. И потом, когда человек начинает добираться до работы за 40 минут, за 60, это уже какое-то счастье самое настоящее. Это просто нужно пережить самостоятельно. Вторичка. Ну как она выглядит? Вот, прочувствуйте атмосферу. Ты выходишь, вот они, дворики. С одной стороны, кто-то из жителей новых домов всегда говорит, ну вот это вот, ну как это может нравиться? Ну вы посмотрите, вот здесь вот могут быть алкаши, вот здесь вот могут быть все вот эти вот спрятанные отравы, вы понимаете, о чем я. Но с другой стороны, если посмотреть, ну ты глянь, зелень, тихо, спокойно, рядом детский сад, еще детский сад, школа. И самое главное, что в эти детские сады ты без проблем можешь попасть. Тебе не нужно ждать там с боем, идти туда, записываться. Ты просто приходишь и говоришь, мы идем в этот детский сад. И тебя принимают. Ну это ли не счастье? Ну и, конечно же, цена. Цена этих спальников – зеркальный ответ на фразу «народ голосует рублем при выборе новостроек». Здесь старт сейчас начинается, ну вот я вам открываю карту, примерно с 7 900 000 рублей за однокомнатную квартиру. Ну а дальше вы сами можете зайти на доски объявлений, посмотреть, двушка будет там 9-10 миллионов, трешку можно найти за 12-13 миллионов и выше, вплоть до 18-20-25 миллионов рублей, потому что дома есть разные. Есть действительно новостройки относительные с подземными паркингами в 50 этажей, в 30 этажей, здесь на любой вкус. Поэтому город большой, выбирай, где тебе жить. Но сам смысл ключевой. Для меня, для ряда других людей, что покупая квартиру в старом доме, ты покупаешь готовое жилищное решение, когда инфраструктура вокруг тебя развита. И тебе не нужно сидеть и ждать вот так вот, что завтра нам построят школу. Вы же слышали наверняка, раз интересуетесь темой недвижимости, что правительство обяжет застройщика сначала достроить школу, детский сад, вот инфраструктуру, которую они обещают, вот социальные объекты, и только потом иметь возможность людям вручать ключи. Пока не сделали одно, квартиры не дадут. А сейчас все наоборот. Обещаем, 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 квартиры нате, а остальное не получилось в следующий раз. Короче, друзья, мне кажется, ролик получился интересный. Есть над чем подумать. Я это делал для того, чтобы вы могли со стороны, вот за чашечкой чая, завтрака, часик прошел времени, но вы пережили чужую жизнь, послушали чужое мнение, проблемы и как они решались. Вполне возможно, этот опыт вам будет полезен. Напоминаю, что все ссылочки на спонсора выпуска, на другие каналы ждут вас в описании. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Если вдруг, кстати, если вдруг вам нужна помощь в покупке, продаже квартиры в Москве, Московской области или даже ремонт, вам нужна крутая бригада, кто занимается ремонтом, пожалуйста, обращайтесь, контакты дам напрямую, общайтесь, договаривайтесь. Не добавить, не убавить. До новых встреч, пока-пока.